Привет, привет! У нас дождичек идет. Сейчас, смотрите, стою в низинке, впереди меня подъем. Грязь уже такая приличная. У меня установлена грязевая резина. Три самоблока. Передний редуктор самоблок, задний самоблок и в раздатке у меня стоит самоблок. Сейчас хочу попробовать наглядно показать, работает ли дифференциал повышенного трения в раздатке. Вот с видеорегистратора будет идти видос. Пробуем с вами выехать направо. Так, давайте первую пониженную на малых оборотах. Потихонечку. Газ не трогаю. Колеса вправо. Поддаю газ. Так. Стоим, буксуем. Больше газа. Больше газа. Так, вторая пониженная. Газу больше. Вот, получилось. Ну, честно сказать, о, смотрите, я не могу налево выехать. Грязно, грязно. Сейчас. О, как видите, скользит. Честно сказать, не слышно было, чтобы раздатка, межосевой дифференциал раздатки, заблокировался. Не слышно было. Сейчас давайте то же самое попробуем на заблокированном межосевом дифференциале. Пускай межосевой заблокировал. Первая пониженная. Смотрим разницу на заблокированном межосевом. Газ пока не трогаю. Но не хватает. Чуть-чуть поддам газу. Первая пониженная. Межосевой заблокированный. Руль влево-вправо кручу. Первая пониженная. Обороты. Не хочет. Вторая пониженная. Обороты, грязевая резина делает вещи, делает. Следующее препятствие. Поедем также на пониженной, потому что здесь передние колеса падают, потом фаркоп задний, когда колеса задние падают в ямку, выезд и бугорок. Плюс идет дождь. Первая пониженная у нас, мы разблокированные. Межосевой у нас разблокированный. Так, упало лицо. Опа, задняя часть автомобиля упала. Заблокировал межосевой. Также первая пониженная. Пробуем. Не хватает крутящего момента. Давайте вторая пониженная. Так вот. Сейчас еще и назад не выйдем. Нет, назад едем. Вторая понижена. Что ты? Ух, какие обороты, да? Только за счет оборотов то, что резина начинает чиститься, освобождаться от грязи, автомобиль начинает цепляться и выезжать. Третья у нас горочка с вами. Попробуем. Как видите, здесь я еще не катал на ней. Но грязь такая уже смачненькая. Попробуем потихонечку. Первая пониженная. Покатились. Посмотрим, где у нас закончится зацеп. На половину горы у нас с вами зацеп закончился. Включаем вторую передачу. Вторая пониженная. Разблокированный.
Вот сейчас вот слышно, что там раздатка что-то пытается заблокироваться, так как у меня установленный самоблок. Так, ну теперь давайте заблокируем межосевой. Вторая пониженная. Ну, результат у нас один и тот же. Включаем вторую пониженную и пробуем на газах. Подсечку. Нет. Ух, а назад тормозов, ребят, нету. Прикольно. Ладно, давайте разблокируемся. Может быть, все-таки самоблок поможет. И немножко, наверное, давайте разгону наберем. Так, вторая пониженная, разблокированная. Поперли? Вот сейчас занижения у меня нету на этой раздатке. И, к сожалению, сами видите, не хватает тяги, не хватает. Так, ну что? Возьмем разгон побольше. Так, вторая пониженная. Так. Ух. Получилось. Подъехали мы к другой горочке, она покруче. Я почему-то забыл показать, что если мы на пониженной в горочку не будем заезжать, да, разницу. То есть сейчас мы разблокированы, пониженная у нас выключена, первая повышенная. И попробуем сразу, да, прям газ в палас. Первая повышенная. Вот вам первая повышенная. А теперь сразу, как говорят, что первая повышенная равна второй пониженной. Смотрите разницу. С того же места вторая пониженная. Мы разблокированы. Мы даже с вами меньше заехали. А давайте попробуем третья пониженная. Поедет ли у нас третья пониженная? Третья пониженная. Смотри, третья пониженная едет. Нет, все. Так, ну что, теперь будем межосевой заблокируем с вами. Межосевой с вами заблокировали. Давайте попробуем первая повышенная на заблокированном дифференциале. И движка, видите, не хватает. За счет раздатки, опять же повторюсь. Ну что, вторая пониженная. Берем побольше хода. Вторая пониженная, заблокированная. И все, и все. И не хватает. Не хватает машине. Давайте, наверное, попробуем побольше назад. Да. Как поняли, что автомобиль у нас, в принципе-то, и не едет, да? Сейчас что мы с вами попробуем? Зацеп, чтобы был по траве. Одна сторона, например, будет у нас идти по траве. Пробуем? Интересно? Думаю, интересно. Вторая пониженная. Мы заблокированные. Вот так вот берем. Вот так. Одна сторона у нас цепляет грязь. Результат ноль. Скажете, много газа? Давайте меньше газа.
в натяг, вторая пониженная. Нет. Что, побольше разбега? Вторая понижена. О. Ну вот двигатель бы крутил бы его, видите, не хватает. Не осиливаю, ребят. Ждали мы, когда будет грязь. Скоро сюда с ребятами приедем и будем снимать интересные видосы. Нормально. И вот наклинность моего автомобиля можете посмотреть. Вот, то есть над баллонами еду, клиренса у меня хватает. Вторая. Что, надо выезжать нам, да? Ну да, зацеп есть хороший, все отлично. Так что ждите, скоро видео будет с ребятами, здесь будем кататься, посмотрим и резину, и автомобили, и как полный привод разных автомобилей у нас с вами будет работать. Все, ребята, всем пока. Не забывайте подписаться на мой YouTube канал. Также есть телеграм-канал, там вы узнаете все намного быстрее. Яндекс.Дзен, кому где удобнее смотреть. Нива 007, рассказываю не только про свой автомобиль, но и про разные другие автомобили, которые к нам приезжают, катаются. Вот, где вы можете для себя определиться с определенным выбором автомобиля. Также про разные блокировки у кого, какие установлены, да? Вот. Ну все, будьте здоровы и пока-пока.